Домашнее шоколадное мороженое по классическому рецепту – это лакомство, которое заменить практически ничем. Чтобы его приготовить, нужно минимум – шоколад, молоко, сахар и яйца. Такое мороженое станет отличным десертом в любое время года, а приготовить его вы можете всего за пару часов, в зависимости от того, как у вас морозит морозильная камера. Шоколад нужно брать исключительно черный и внимательно варить яичную смесь. Список ингредиентов в конце видео. 1. Если вы любите домашние лакомства, то домашнее шоколадное мороженое по классическому рецепту – это как раз тот вариант. 2. Доводим молоко до кипения и добавляем натертый шоколад, снимаем с огня и даем немного остыть. 3. Взбиваем желтки с сахаром, нам нужно будет их ввести в шоколадную смесь. 4. Ставим массу на огонь и варим до загустения, чтобы яйца не свернулись, постоянно помешивайте массу. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Проведите по ложке пальцем, если останется след, значит консистенция правильная. 6. Перелейте смесь по формочкам и отправьте в морозильную камеру на 2 часа, я использую пластиковые стаканы. 7. Использовать стаканчики в виде формы, великолепно, но для эстетики можно подать мороженое в таком виде, используйте фантазию для украшения и балуйте своих близких. Вкусняшки, подписавшимся. Продукты и их количество, далее. Шоколад черный, 50 грамм, молоко, 3 стакана, желток, 4 штуки, сахар, 200 грамм, количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Заходите в гости.